Детские площадки есть практически в каждом дворе. Это место отдыха и развлечения для детей, которые помогают юным одинцовцам развиваться. В основе идеи праздника двора заложена возможность знакомства детей на детской площадке с новыми друзьями. Не только из своего дома или подъезда, но и с соседних улиц. Идея с успехом воплощается в жизнь. А с кем ты здесь подружилась? С многими. Многими? Да. Как Катя, Саша. А чтобы праздник получился по-настоящему зажигательным и интересным, организаторы пригласили ведущих и сказочных персонажей – тигра и зайчика. На мероприятии устраивались конкурсы для детей и взрослых на ловкость и знание своего города. Ведущие мероприятия вскоре после начала быстро заинтересовали детишек и вовлекли в командные соревнования за проявленные таланты и недюжую смелость в состязаниях, вручались интересные призы. Тут столько мощности и энергии прибавляется. Очень здорово, настроение поднимает. Мы, то есть, каждый год планируем. То есть мы знаем, то, что уже где-то в июле, в июне будет этот конкурс. И планируем, договариваемся, то есть, что мы будем там делать, петь, танцевать. Пускай остальные дети, даже кто не из этого двора, пускай приходят сюда веселяться, празднуют этот замечательный праздник. Ведь День двора – это одно из самых таких веселых мероприятий, в которых можно попасть абсолютно бесплатно. Благодаря Центру народного творчества были проведены мастер-классы, например, рисование по дереву, где предпочтение отдавалось картинкам с самолетами и белочками. Дети постарше учились мастерить себе браслеты с плетением. А рядом под волшебным деревом за творческим процессом наблюдали лисички, супергерои, пираты и другие малыши, ожидавшие своей очереди на аквагрим. Любые поделки, изготовленные своими руками, можно было забрать с собой, как сувенир. Каждый год мы учитываем пожелания детей и их родителей по изменению программы. Каждый год ищутся новые мастер-классы. И я надеюсь, что наша работа не пройдет бесследно. Дети будут нас помнить, родители будут видеть улыбки детей. Во время шумного гуляния состоялось вручение благодарственных грамот работникам ЖКХ. Подобные награждения учат ребят с уважением относиться к тем, кто делает их двор чище и безопаснее. У нас вот сейчас мальчик получал премию, дворник. Кстати, его все знают, он у нас работает очень давно, достаточно давно. И детки его знают, и слушают. И я думаю, что, в общем-то, и поддерживают чистоту. Праздники, ставшие ежегодной традицией, должны состояться на протяжении всего лета во всех микрорайонах города Одинцово. Следующее мероприятие пройдет 8 июля во дворе дома номер 20 по Сосновой улице. Дарья Романова, Алексей Орлов, телекомпания «Одинцово».